сейчас, подожди, вот он я. Кто это? Пошли его, хуярь. Кто это? Это пидор какой-то. Отключай его. Мочи его, блядь. Блядь, пидор. Давай быстрее, я не хочу, чтобы он залез в нее. Вот пидорский чувак. Че за хуй? Давай стрелять, Виктор. Ну, можно просто поиграть с нами. Пускай играет. Он пидор. Ну и пошел. Да он долбоёб. Напиши ему в чат что-нибудь. Что-то машина вообще покрасила сейчас только что. Напиши... Ну, подожди, менты, менты, менты. Я сейчас за ним беру пацану помощь. Сука, я не вижу. А, вон, снизу. Напиши ему в чат, ты кто такой, давай до свидания. Вон, мента жирно. Как чат открыть? Вот, нашел. А, ай. Напиши, хули тебе надо здесь. Напиши ему Russian, там, что-нибудь такое. Сука, почему он не стреляет? Нихуя он сначала. Ну что ты написал ему? Я спросил, кто её. Блять, еще я ничего не вижу. Он вертолет хочет залезть, Питерс. На, нахуй. Давай вертолет быстрей! Быстрей! Бля, быстрей! Ну залезай, пидор! Да подожди меня! Да подожди меня, пидор! Давай! Да блин, он бегает! Давай залезай! Да я залезаю, он шарахет из себя! Всё, полетели! На какую кнопку чат? Игры. Вот, бля. Ну и куда ты летишь, блядь? Не то. Заебись. Чё он мне отвечает? Тут менты-то повсюду, что ли? Йоту. Бля. А, по-моему, выпрыгнул. Я видел. Где он, блядь? Да он выпрыгнул. Может, он немец? Убивай ментов, я тоже буду. Сука, он не хочет разговаривать. А, покинул игру, пидорас. И чё ты это снимаешь? У меня же жизни вообще мало. 4 звезды нахуй. Не смей только, не смей садиться, пидрила. Блять. Смотри, если мы ёбнемся, там пиздец. Мне, я первый умру. Знаешь почему? Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. А чё не разговариваешься? Я управляю вертолетом. Ну и чё? Хочешь, чтобы я сейчас выпрыгнул в воду? Да, у меня это чё? А чё будет? Ничего не будет. Ну пиздец, нужно сначала оружием затариться, приехать в какую-нибудь больницу, там забаррикадироваться и просто уничтожать всех, там охуенно можно, я знаю, где это место расположено даже. Там вообще охуенно можно помутить. Давай? Давай. Только нужно выпрыгивать, умирать, давай. Я прыгаю. Нет. Да я тебе говорю, я сейчас в больницу поеду и там... Нихуя я как не хочу. Ты где? Ты все еще в этом вертолете? Я вышел из него. Я только не знаю, где ты появишься. Нужно пушками по полной программе затариться. Я на решетку упал прям спиной.
охуенно, ты бы в реальной жизни хотел бы так же. Я вчера спрашивал, я тебе ответил, что нет. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь. Я держу. Да, я держу. Ну давай. Все, я начинаю убивать людей. Сколько же с них больных ублюдков? Да, они все побивают. Вот менты едут. Вот посмотри, где мотоцикл стоит. Вот сейчас менты приедут. Встретим их. А там давай зачисти все. Зачищай. Я буду следить за входом. Вон к нам едет какая-то тачка. Блять, сейчас сюда менты прибегут. Давай. Сука, мне нужно укрытие. Я, короче, буду здесь стоять. Звезды 4 наберем. Подождем, пока спецназовцы не придут. Где мотоцикл, блядь? Кто спиздил мотоцикл? Нихуя он кувыркнулся, блядь. А где можно дробь устанавливать? Возле входа, ее там уже не упал. Эй! Ты охуел?